будет видно что-нибудь или нет. Ну вот, короче, перемет идет. Там генератор работает, потому что надо как-то было согревать, поэтому генератор. Сейчас 6 часов утра, на улице также бушует ветер. Сейчас посмотрим, что как намело. Вон, ну здесь не сильно, кстати. Нет, здесь не сильно. Ну здесь, кстати, тоже. Думаю, к утру, ну как к утру, к 9 часам еще побольше заметет, но не сильно. В целом-то за ночь не так плохо. Сейчас посмотрим, что творится там. Ну а здесь, как обычно, полноценная снежная стена за ночь. Причем не самое худшее, что могло быть. Свет нам пока не дали. Но сейчас будем расчищать все это. Да, здесь вчера был проход. Сегодня его уже нету. А здесь проход к сараю. Сейчас мы генератор убрали. Потому что вечно он работать не может, унесли в сарай. Вот, но здесь тоже все занесло. Сейчас вот здесь часов, мы немножко расчистили вот этот вот перемет, вот еще лопата лежит. Там работает генератор, чтобы греть. Но в целом пока у нас все хорошо. Сильная снежная буря. В нашем районе ветер был более 28 метров в секунду, и снега было настолько много, что нас занесло буквально за одну ночь. Все эти дни, что мы были в очередной снежной блокаде, я старался снимать все возможное. И вот то, что вы сейчас заканчиваете смотреть, это первая часть. Вторая часть или уже вышла, или готовится к выходу, так что обязательно ее посмотрите, чтобы быть в курсе того, что в конце концов получилось, и справились ли мы с той очередной проблемой, что на нас внезапно налетело. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, смотрите вторую часть. Приятного просмотра, не прощаемся, еще увидимся.